Бичок олидыг маа гандахгүй болсон Хөнтмансийский округ явуудам. Баамыг тэт яндаглуг. Здравствуйте, я приехала из Ханты-Мансийского автономного округа. Мы приехали на другую землю, республика Саха, Якутия. Ну, я привезла один из своих костюмов, именно полностью сделанный из меха оленя, из камусов оленя. И шуба тоже. Все узоры вышиваются вручную у нас. Ну, вырезаются, потом вот получается черный и белый. Друг к другу пришивается и получается узор. Насчет узоров, раньше у нас были какие-то именно названия узоров, ну а сейчас, на сегодняшний день, как фантазия сыграет, так и сделали. А как называется вот эта кухлянка или как это пальто, как название имеет? Канжансак у нас получается, да, это шуба с узорами. А про рукавицы можете там рассказать? Ну, у нас рукавицы и у малицев, и у шубы тоже. А, они слитно? Да, они соединены, получается, именно вот в шубу. Сейчас надену. Тоже из камуса сделано, вот все. Тепло. То есть у них тепло, ветер не проходит, поэтому любой мороз, любую погоду. Обувь, вот тоже очень интересно. Ну, обувь у нас все именно делают длинную. У нас... В Сургутском районе мало делают длинную, вот она прям выше колена, чтобы не мерзла. Все тоже все из камусов оленя. А подошва? Подошва, как объяснить? Есть у оленей копыта, и вот возле копыт у них такая пушистая длинная шерсть. У оленей, получается, ноги не мерзнут. Естественно, у нас тоже вот их, ну, они небольшие такие кусочки, сшиваются, коптятся. Коптятся они для того, чтобы не портилась обувь, потому что она намокает, когда сушится, она может испортиться, а именно копченая не портится. То есть вся одежда, она копченая. А вы сами шьете, да? Да.